Вот, вы не поверите, 2 часа ночи мне не спится, да? Я пошла обрабатывать перекись водорода, вот, сделала перекись водорода, намешала в бутылочки в эти, в опрыскиватели. И вот стала поворачивать цветочек, вчера только этого не было, я вчера только цветы обрабатывала. Вот вчера, день назад. Видите, что? Канны мои. Вот отвечают на добро, на ласку. Казалось бы, листики такие, видите, вот уже такие осенние, чахлые, да? Я даже не думала, не чаяла, что у меня вот канны мои расцветут, зацветут. Ребят, ну, в общем, все отзывается на ласку. И биочасы эти тикают по-другому. И, по-моему, у меня канны будут тут круглый год цвести, как герани. Я с ними разговариваю, по врачу говорю, маленькие мои котики мои, зайчики мои. Ах, вы маленькие, красавчики. Представляете, вот у меня на окне вот такой в комнате, да, красота вот такая вот. Вот и такие у меня вот такие джунгли в комнате моей. Класс, да? Вот. И вот кто мне не говорил про старые мои окна, да поливать мне на мои старые окна. У меня экологически здоровое вообще жилье, я считаю, с этими окнами. Вот. У меня даже вот одного стекла нет. Вот видите, у меня микроклимат в комнате хороший, очень приятный. Я же специально из-за этих самых, из-за цветов убрали стекло вот это вот. Вот, чтобы хоть цветы росли дома. Вяли цветы прямо от температуры, от большой, от высокой. Вот. Видите, как красота какая у меня вот. Вот такая. Это специально мне такой вот этот, как камушки такие, да, вот они, дренаж такой. Вот. Плесень, чтоб не образовывалась на поверхности. Ну, вот здесь у меня, я ожидала, что у меня взойдут мои пересаженные компанулы. Не, погибли, похоже. Придется снова где-то вот мне искать новые. Вот, пока вот так вот у меня, видите, нету ничего. Ну, вот, вот корни, гляньте, какие мощные корни у меня там, да? Вот, в этом растении. Что-то вот отмирает, вот я смотрю. А новые, вот они такие нарождаются. Корешки, отросточки новые пробиваются. Вот. Новые поросли вот пробиваются там. Вон, видите, вот будет новая поросль, вот она. Вот она. Вот прямо набухает бутончик такой. Вот он, видите, как почка. И вот здесь вот только почка была недавно, вот пробивается молодая поросль. Так что, ой, канна, это прелесть, это просто прелесть. Вот она стрелочка, вот она новая, она в рост пошла. Здесь вот сколько стрелочек выпустил. В общем, будет цвести и цвести у меня цветочек. Вот красота. Вот показываю вам, видите? Вот такая прелесть у меня. Вот.